Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды забрал, и сразу хочу посмотреть, куда меня сбросили. Лига самураев 3 звезды и собственной персоны. Кто б сомневался, что так оно и произойдет. Нисколечко, абсолютно, ребят, не сомневался. Теплилась надежда, конечно, что может быть, все-таки в сёгуне как-нибудь. Но нет, никакого тебе сёгуна не предоставили. Просто взяли, шваркнули и все. Так, ребят, сегодня целый день снимал игры для второго канала. Две новые игры. Я думаю, вам понравится. Axiom Verge, вторая часть, и В темноте. Так что заходите и смотрите на втором канале. Кто до сих пор еще, ребят, не знает, как он называется, я вам скажу. Ray Play Game. Так, ну что, поехали. Бомбим. А здесь тоже. Опа-на. И, кстати, сегодня заключительная серия Jack Move будет. Я вам скажу, такой душный был последний босс. Ну как, он сам по себе легкий. Если бы я знал, по крайней мере, как его бомбить. Чисто, ребята, случайно понял, что нужно сделать. Короче, путем проб и ошибок, слава богу, у меня там хватило этих элементов, которые дополняют мне мою, как говорится, энергию. Иначе бы я бы там давным-давно поплыл бы уже. Так что заходите и смотрите. Такс. Ну хорош, хорош, хорош. Выпендриваться-то уже здесь, а? Ты посмотри на этого нейтрализатора. Начал тут выпендриваться, свои батаранги бросать. Ну что, отлично. Первый поединок, ребята. Какой первый поединок у нас? Серия испытаний. Это уже по привычке, не обращать внимания. Это уже по привычке. Так, а мы ищем с тобой на нашего Майки, да? На нашего Майки ищем нужные нам элементы. А нам нужно найти с тобой 5 пультов от телевизора. Так, один есть. Второй. Третий. Четвертый. И последний, пятый. Ну давай, давай, какие комиксы дьявольские. Они никому не нужны здесь и даром. Прокачиваем. Опа. Нормально. Так, кошки, 4 штуки. Ну, нам не везет, нам как всегда. О, выпало. Вторая. Так, вторая, говорю, давай третью-то, чего уж там. Нет, они дают студенческий билет Эйприл. И ни в какую, да, не хотят. Ты посмотри, ладно, фиг с вами. Я задание главное выполнил. Забираю, так, и поднять. Ну, началось. Давай быстрее. Все у меня с соединением нормально. Что ты тут мне свистишь, а? Так, игра вылетела. Все-таки пришлось мне перезаходить, ребят. Так, сразиться. Сразиться в 5 боях. Так, ну ладно. Микеланджело. Навыки. Пульт. Пульт там еще, оказывается, нужно найти. Окей. Так, вроде бы все, да? Прокачали. Так, по заданиям. Угу. Еще нужно, ребята, драться. Так, ну что, для того, чтобы 4 кошки нам нужны. Ага, то есть, получается, ребята, она играла у меня, а вылетела уже давно. Как бы вот так получается. Потому что, видишь, мне опять приходится искать этих кошек. Хотя они уже были найдены практически. Ладно, задание я это выполнил. И поднять уровень персонажа. У меня сколько? О, мутагена. Мутагена вообще мало. Я даже здесь не смогу, ребят, ничего сделать. Хорошо, мы это сделаем после того, как пробежимся по турнирной арене. Так, ну что, давай смотреть. 14-18. О, 15-19. 15-19, я возьму, наверное, здесь Острозуба. Раз, два, три, четыре. Острозуб у нас 61 уровня. Специально, ребята, взял его для перестраховки. Я не хочу, чтобы мои бойцы здесь упали. Лишние травмы нам ни к чему. Ну-ка. Ать, не вышло. А мы сейчас блокировать, ребята, будем. Так что муха здесь бесполезна. Она бы и рада хильнуть, так никак, понимаешь?
Так, давай-ка я, наверное, Леву уничтожу. Слэш, полетел мелкий наш слэшик. Так, что тут своим точечным ударами, а? Пшикает он мне. На тебе, бортану сейчас. Ой, кого ты бортанул? Я хотел сплинтера. О, давай стрелами. Тюф. Изи. Так, не надо подлагивать, пожалуйста, игра. Давай нормально отыграем с тобой битву и все. Так, ну что, Олега Сёгунов уже, ребята, ждет нас с распростертыми объятиями. Я тебе сразу скажу. Так, давай-ка мы возьмем теперь Зека. Антон Зек. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. 51 уровень и Антон Зек. Какой там 95 у нас, да, имеет уровень? Да, 95. Надо его докачивать, ребят, до сотки как можно быстрее. Хорошему там в этих, в 90-х уровнях лазить. Пора бы уже переходить на сотый левел. А так, если подумать, да, ребят, у нас сколько платиновых бойцов, и все там, ну не то что все, большинство из них не прокачанные. Вошкаются где-то там на 60-х, на 70-х уровнях. Так что надо это дело брать уже под контроль на самом деле и заняться прокачкой. Конкретной прокачкой. Раз, два, три, четыре. Я знаю, знаю, даже не говори мне, что зачем я взял Джастина. Ну, я надеюсь на его, ребята, на его доброту к нам. И он все-таки, он... Нет. Еще и атаку ему понизили, вы серьезно? Ё-моё. Давай-ка, наверное, ускоримся. Мондагека, давай ускорее нашу команду. Может быть, ага. Так. Чистим дебаф. И теперь запах изо рта. Плохой, естественно, запах изо рта. Плюс. На тебе, голодранец. Так, а он тоже сделал, ребят, очищение. Пиццы хочешь? На, лови, хан. Надо было рот тебе открывать поширше. Надо быть к людям помягче. Да? А вопросы задавать поширше. Все. Размозжил. Ну что же, идем прекрасно. Офигеть, что-то как-то день, ребята, сегодня быстро пролетел. Ничего толком не сделал, а уже 8 часов вечера. Офигенно. Выходные всегда пролетают быстро, поверь мне. А как вот на работу или как вам в школу, все сразу кажется вечностью, да? Это неделя, а вам пятидневка, я не знаю. Я бы не выдержал бы, наверное, сейчас бы меня в школу на пятидневку отправили, я бы чокнулся бы. Так, ну что, Лео, красавчик. Всех подрезал. Всех подрезал, всех уничтожил. Так, переходим на 45 место. 15-20. Давай я возьму, наверное, Бакстера. Так, кожеголовый, ты пока подождешь. Раз, два, три, четыре. Вот... Сколько, ребята, уже я снимаю в эту, вот эту игру, и постоянно в комментариях пишут: Рэй, а тебе не надоело играть в эту игру? Я вам сразу скажу, если бы мне надоело играть в эту игру или еще в какую-нибудь, я бы в нее не играл бы. Просто-напросто, и все. Но вот нельзя человека заставить играть в то, что ему не нравится. Ну, по крайней мере, у меня так. Многие игры очень быстро забрасываются. Они вроде бы поначалу кажутся хорошими, крутыми, но когда ты понимаешь, что не отнимает у тебя очень много времени, ты начинаешь на них как бы немножко подзабивать. Потом ты начинаешь от нее отвыкать, а потом она тебя перестает вообще интересовать. Понимаешь? И самое обидное, что есть люди, которым, например, эта игра нравится, и они просят: Рэй, ну там продолжи ее на канале, там такую-то игру. А ты элементарно не можешь, ты не успеваешь. Потому что ты снял одну, вторую, третью игру, четвертую, у тебя, оп, смотришь, уже 5 часов времени как будто улетело никуда. И тебе еще просят кверху того, что ты снял, еще добавить там 5 или 6 игр. И подумай, что из этого получится. Это надо весь день, ребят, сидеть за компом. Весь день штамповать их. И все, по большому счету. Мы же штампуем на добром слове, потому что у нас ничего не выходит. Ты же знаешь, монетизации нету, ничего нету. Тут сущие копейки, ребят, выходит. Так что это чисто энтузиазм.
на одном энтузиазме. Может быть, на стримах, конечно, было бы, может, повеселее. Там хоть какой-то донат шел, я не знаю. А здесь, здесь ничего мы не зарабатываем. Ну, по крайней мере, я. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что, я думаю, Макман, наверное, справится здесь со своим этим, фух, мусорным торнадо. Что за фриз этот? Ё-моё, начались. Так, сегодня еще планирую после, наверное, черепашек поиграть. Не знаю насчет драконов в саднике Улуха, потому что события там вряд ли у нас новых появятся. Я, скорее всего, за кадром зайду, ну просто сделаю ежедневки, чтобы нам получить эти царапалки. Вот, а вот Hill Climb Racing, скорее всего, будет, ребят. Да, не скажу, что мы возьмем сегодня полтинник, но, наверное, 43 тысячи это уж точно будет у нас. Я имею в виду покупкам. Так что, но видос, наверное, уже будет выложен, скорее всего, завтра. Сегодня будет снят, а завтра уже будет выложен. Так, ну что, поехали. Бамс. Блин, обожаю кожу голову, обожаю его удар этот. Мощно выносит. Мне почему-то напоминает это действительно, как вот кегли стоят, он просто их сносит всех. Кстати, у нас Сёгун-то сейчас 3 звезды будет. Может быть, мы дойдем до Лиги Мастеров? Мне бы лично очень хотелось бы этого. Так, Ванюша, ну ладно, Ванька, уговорил, фиг с ним. Пускай будет в отряде. Тут, вот кажется, да, Рафаэль, Майки. А чё толку-то? У них массовых атак нету? Нету. Как они тебе помогут? Уклонением? Для слабых наших бойцов уклонение — это, знаешь, как мертвому припарка. Провокация вроде бы тоже хороша, ребят, но у врагов есть массовые атаки, которые могут просто игнорировать. Поэтому здесь нужны вот такие дяди. Как дядя Ваня, да? Который может просто прикрыть всю команду одним ударом. Поэтому я всегда и говорил, что залог победы, ребята, это массовые атаки. Всегда качайте персонажей, у которых массовые есть. Массовый урон, короче. Так, ну что, берем Усаги здесь. Раз, два, три, четыре. Так, сегодня еще, наверное, пойдем, пройдем событие какое-нибудь, я не знаю, правда, какое. Естественно, для фарма жетонов, конечно же. Но, правда, вот с тем фармом, которым я пользовался на той неделе, друзья мои, я вам советую пользоваться. Это, знаешь, это когда у нас сплинтер, да? Событие на него. Там у нас, получается, можно будет фармить. Надо будет не забыть про него. Нафиг я вот так сейчас сделал? Вот зачем я сейчас сделал одиночную атаку? Что-то я тут вообще не то делаю, ребята. Это что за дела-то? Что-то я заговорился, и, по-моему, я... У меня массовая атака была вообще, нет? Так, давай-ка вырубим Донни, потому что я не хочу, чтобы он тут применял свои массовые атаки. Че, у меня только один сплинтер, что ли? На тебе. Ну что, Лео, не подведи. Подвел. Ну а ты, Кунаичи, красавица ты моя, не дала упасть нашему Леонардо. У него хп там было буквально, тьфу, плюни, он рассыпался бы. Ну что, Сёгун, 3 звезды. Шикарно, кошерно. Так, ну что, двигаемся тогда дальше. 16-21. Я возьму, наверное. А тут у нас бойцов-то, кстати, осталось. Шиш, да не шиша, я смотрю. Сейчас Крэнк. Потом кто у нас там отыграть может еще? Шреддер, в принципе, да? И все получается. Пью. Блин, мутагеноид, конечно, прикольный чувак в этом в резиновом костюме. Ну, мне бы хотелось бы до Лиги Мастеров добраться сегодня, но что-то я смотрю и как-то надежды мои тают. Прямо на глазах, что мы с тобой прям доберемся. Не знаю. Вот уж не знаю. Так, тут у нас оригиналы, это кто? Рафаэль и Майки. Так, Розар, давай бери тогда провокацию. Вырубим, наверное, морозил. Хотя, подожди, нет, вот сюда, наверное, лучше бомбанем. Повышенная атака. Так, Роквелл. Давай просто ударим. Морозилка потратит 100% свой хил. Возьмем провокацию здесь тоже.
Что-то морозилка не спешит, я смотрю, да? С отхилом-то. О, давай, трать. Ты посмотри, она ускоряху делает. Ускоряху и убыстряху. Че сказал, ускоряху, убыстряху? Это не одно или то же? Ну все, 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 хорош, давай. Оп. Так, поставим доп. Защиту на нашу команду. Теперь она решила хим... Нет, комочек. Ну все, повеселились их. Ты офигел, что ли? Это что, такая офигенная, ребята, ускоряха идет у него, что ли? У морозилки. Что он два раза успевает сходить. Хе. Интересно. Ну все, ты допрыгался, парень. Свидание. Да, как-то с одним... Вроде команда такая не слабая, но что-то так возюкались мы с ними долго. И у нас 58-я позиция. Так, 16-21. Ну что тут осталось у нас? Шапочный разбор, я так понимаю. Просто шапочный разбор. 70-ники против 61-х. Кстати, очень опасно таким вот играть составом. Состав-то еще, знаешь, какой-то никудышный, если честно. Да. Там у них и Леонардо есть хил, да. Плюс еще массовая атака. Но я думаю, что он массово не будет атаку делать. Скорее всего, он будет применять хил. И если мы его вырубим, то он... Да. Ну давай, вся надежда на тебя, Дони. Сделай свой этот астероид. Козырно. Все, 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 все. Рафаэль, ты можешь тут даже не крякать. Он по сплинтеру не попал, а сплинтер ему в ответку. На, в кадык пальчик своим. Ну что, мы переходим на 38-е место. По-моему, уже давным-давно пора давать 16-22. Вот как по мне. Нет, вам так не кажется? Не-не-не, не надо мне этого. Майки, ну что, берем супер шреддера тогда уже. Раз, два, три. Четыре. 4-5 хотел уже. 4-5, а там всего 4. Ну что, Шреддер, давай, показывай свою супер мощь. Супер пупер шипы. И, блин, этот-то какого лешего выжил, а? Кабан-то несчастный этот. Успевает выжить все-таки. Так, 15-е, 20-е. Блин, 20-я позиция. Раз, два, три, четыре. Ну тут, не знаю, давай я возьму Армагона. Мне кажется, он сейчас должен, ребята, просто с одной плюхи их вырубить. Памс. Вот о чем, ребята, и речь. С одной плюхи он выносит их просто-напросто к ядрене фени. Так, ну что, мы... Перешли мы все-таки, друзья мои, в Лиге Мастеров. Последний, заключительный поединок. Сейчас мы отыграем. Давай я возьму Армагона. Так, так. Сделаем вот так. И, например, вот так. Все, это будет оптимальный для нас вариантик. Ну что ж, сразу же с валуна. Так, подожди. Да давай просто рубанем его, да и все. Без каких-то там массовых атак. Ну вот и все. Ребят, с ареной на сегодня покончено. 82 место мы заняли. Так, переходим. Сколько у нас мутагена? 21 тысяча. Не хватит нам, да, для того, чтобы прокачать зэка. Там нужно 29 тысяч. Так, ну вот здесь вот есть мутаген. Сколько мы там зарабатываем? А мы мало заработаем, ребят, здесь. Даже не стоит заморачиваться. Пойду я вам испытание. Какой там, живи долго играючи пройти? Или... Да давай, живи долго играючи. Такой... Такой хитрый захотел я. Ну, в принципе, давай, наверное, вот Дони уберем. Поставим так. И вместо... Че вместо? Вместо кого? Да не вместо кого.
Так, я думаю, и пойдет у нас такая команда. Думал Лео взять в команду. Думал, будет так поэффективнее, типа, но... Ничего там поэффективнее не будет. Поэтому оставим так, как есть. Пускай они тут разбираются между собой. Так, а я сейчас пока, ребята, гляну, что у нас тут. Так, мой планшетик зарядился. И что у нас в планшетике сегодня? Так, надо... Мне планировалось, конечно, еще поиграть в Crystal Siege. Но не знаю, ребят, наверное, не получится. И Defense Legend, 4-я часть. Ребят, не знаю, когда мне до нее руки доберутся. Плюс Castle Duel тоже надо бы как-то сыграть. Ну, наверное, сегодня все-таки я сыграю Castle Duel. Дуэль замков. Скорее всего, да, получится. Может быть, зацепим Defense Legend, 4-ю часть, как я уже говорил. И, возможно, опять же, ребят, не буду, как говорится, гнать вперед. Может быть, посмотрим на игру Angel Saga. Это новенькая игруха. Ну как новенькая, относительно новенькая. И как-то надо еще поиграть Король Муравьев. Продолжение-то нужно снять. Все-таки мы ее не прошли. И эта игра все-таки с каким-то окончанием. Плюс еще не забывай, что у нас игра есть Святые. Тоже мы ее, кстати, не прошли. Вот ты прикинь, вот к этому, ко всему, вот что мы играем обычно, да? Если взять даже основные наши игры. Основные игры это у нас какие? Это у нас Черепашки-ниндзя, да? Это у нас Драконы-всадники Олуха, Хилл Климп. Плюс у нас сюда идет периодически Стикман War Legacy. Что у нас еще идет? Tower Conquest. Плюс «Растения против зомби», «Герои». Это как бы я тебе говорю основные, которые у меня на канале выходят. А теперь представь, мы сюда еще, например, воткнем пару игр. И ты не забываешь, еще второй канал у меня есть, на котором тоже снимаются игры. И вообще-то каналов у меня 4. Вот. Но два как бы основных, это первый здесь идет, второй идет у нас по компьютерным и консольным играм. А еще есть третий, где мы играем с тобой в гонки. Играли в гонки, по крайней мере, пока я был в отпуске. Я играл там в гонки добротно. Потом, когда началась работа, я просто, ребята, элементарно не успевал работать на три канала. Я даже думал иногда, периодически, давай я буду выпускать всего лишь по одному видосику туда, хотя бы каждый день, но по одному видосику. И то, ребята, не получается, понимаешь? Никак. Я просто или никак, или я не могу себя просто заставить. Вот в чем беда. Ну, думаю, что нормализуется. Скоро, ребят, все равно отпуск. Ну, как скоро? Через полгода. Я хотел бы, конечно, взять летний и куда-нибудь съездить, но посмотрим, как там получится у нас. Как у нас там будет обстоять ситуация, как говорится, в мире. Так, а вот у нас и кожеголовый противник. Давай спускайся там. В банк пришел. Мне, знаешь, что удивляет? Ну, ладно, я понимаю, в банке там золотые слитки. Но здесь-то, извини меня, не слитки. Здесь какие-то какие-то сундуки с золотом, знаешь, как будто... Как будто мы попали не в банк, а в сокровищницу какую-то средневековую. Да? Щиты, кубки какие-то. Но это точно не сейф банковский. Это клад. Так будет... Наверное, круче обосновано. Так, ну что, мы переходим с тобой на 5-й эпизод. А всего здесь 8, да, эпизодов? Всего здесь 8 эпизодов. Ну, все это дело проходится для чего? Для того, чтобы нам была возможность фармить жетоны. Вот и все. Ни больше, ни меньше, только жетоны нас интересуют. Потому что мы теперь начинаем прокачивать, точнее даже продолжаем прокачивать самого дорогостоящего юнита, который у нас есть. Это... Правильно, это кролики. Это те самые маленькие маузеры, которые надели какие-то костюмчики на себя и стали похожи на кроликов. Ну, я так понимаю, это какие-то кролики-акробаты. Точнее, маузеры-акробаты. Потому что они очень, как бы тебе сказать, хорошо делают акробатические трюки. Даже так назовем это. Ну что, переходим на четвертую заключительную волну здесь. Бэмс, давим, потому что уровень не особо здесь большой, у них 55-й, 50-й, и поэтому справляемся здесь
на изи. Вот это вот сейчас было глупо. Месть он взял. Месть. Куриная голова. Взял он на себя месть. Так, время-то еще 8 часов. Надо, ребята, в магазин как-то идти. Надо немножко купить. Ну что опять? Купить немножко, перекусить. А то что-то как-то заурчало в животе. Знаешь, как-то сосет под ложечкой. Выражение сосет под ложечкой. А че не под вилочкой-то? Так, давай, разнесли эти скелеты. Это вообще трихомудия просто какая-то ходячая. Верно? Верно, ребят. Разбираемся с ними на изи, как всегда. Так, последний хоп. Переходим далее. Люди-грибы, люди-скелеты, ё-моё, на. Мне нравится, как он рассыпается. У него вначале тело падает, голова прилетает вверх, крутится, а тело уже рассыпано. Круто смотрится. А вот и охламоны. Так, тут Донателло ролевой, тут Леонардо ролевой. И паук с какого-то боку припеку сюда приперся. Я не понимаю вообще, как он сюда вписывается. Вот кожеголовый очень, ребята, хорош в том плане, что у него есть как массовая атака, да? Так у него еще есть провокация. Это классно на самом деле. Это, так сказать, крокодильчик-вручайка. Он может тебе помочь, может и нанести атаку, атаку массовую, может также и прикрыть своим телом. Так, ну что, здесь уже, как мы видим, 5 волн. И, по-моему, на последней будет 6 волн, если не ошибаюсь. Ну, пока, как мы видим, все довольно легко разбирается. Чикаем их, как орешки. Что-то, знаешь, мне что захотелось сейчас в данный момент? Я сижу и думаю, что же я бы хотел. Курица у меня есть, вареная курица, да, с этим, с макарошками. А мне вот захотелось чебурека, знаешь, с чем? С молочком. Горячего чебурека с молоком. Блин, вот я бы сейчас с удовольствием бы съел бы. Угу. И молоко, знаешь, такое холодненькое-холодненькое. Свеженькое, вот это было бы вообще ништяк. И чебурек такой, знаешь, сочный, горяченький, мягенький такой. Ой, да, я, наверное, сейчас доиграю и побегу в магазин. Так, тыч, тыч, давай, давай, всем по тычке. Ну куда ты, ну Донни, ну что ты делаешь-то, не смеши ты меня. Не смеши ты мои эти, как они там, мозолистые пятки мои. Мозолистые пятки. Ну что, выходи давай сюда, кожеголовый. Что ты там прячешься? Надел на себя костюм. Кого-то костюм. Он, главное, надел на себя костюм крокодила. Он же и так крокодил. Зачем ему костюм? Я не понимаю от этого. А Крэнк пошел в тяжелую, так сказать, атаку. Сразу с массовой. Так, кожеголовый взял на себя провокацию. Ну, в принципе, правильно. Он должен прикрывать ребят, поэтому он взял провокацию. Все, тут у него коротнуло, и он, естественно, ребята, отдупляется. Ну что, мы переходим, получается, на последний бой. Где у нас будет как раз кожеголовый разыгрываться. Тут, нет, ребят, тут также 5 волн, как мы видим. Я что-то думал, что будет 6, нет. 5, но уровень уже у противников, соответственно, 80-й. Вот смотри, разница какая, да? Я заходил, ну, мне нужны были батарейки на мой геймпад, да? У меня две батарейки туда вставляются, пальчиковые, да? Зашел в магазин, думаю, сейчас куплю. Захожу, 5 батареек, ребят, ценник 490, короче. Ну, скажем так, 500 рублей, да? Такой думаю, ну, блин, что-то дороговато. Открываю Валберис, смотрю, 12 штук батареек, 250 рублей. Ты чувствуешь разницу? 5 батареек 500 или 12 250. Офигеть, ребята. Дюрасиловские. Естественно, я заказал дюрасиловские. Нафиг мне покупать каких-то там несчастных 5 батареек за 500 рублей, когда я могу взять 12, извини меня, за 250. Себестоимость батарейки одной 10 рублей почти. Да, вот так вот, друзья.
А вот так вот ребенку, да? Купишь игрушку, да? Какую-то там машинку, еще в которой поглощает, там, не знаю, там 5-6 батареек, так ты не напасешься. Че он там поиграет в нее, там полчаса, все батарейки разрядились. И беги опять 500 рублей трать. Когда ты можешь взять себе, извини меня, 24 батарейки за такую сумму, за 500 рублей. Так, ну что, Кожеголову, я думаю, что тебе здесь недолго осталось танцевать. Макман, нифига себе с удара. Пол хпшки вынес разбеганному. Нормально. Вот и все. Причем, ребята, чисто на автобое все это проходилось. Я даже сюда не подходил. Чисто вот сидел, смотрел и с вами общался. Да, прикольно вышло. Так, ну что у нас там по заданию? Поднять уровень персонажа. Ну что ж, придется туда поднимать нам Микеланджело, а что делать? Ничего ты с этим не поделаешь. Надо же кому-то поднимать уровень. Вот мы и подняли. Так, ну вроде бы... А, подожди-ка, у нас же еще мутаген остался. Я могу две попытки, ребята, спустить. Фигня. Вот чё-чё, вот осколки мне как бы вообще нафиг не нужны. Ну что, друзья, а на этом я сегодня буду заканчивать эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.